сегодня открытие игр 30-й Олимпиады в Лондоне. Главными героями этих игр станут Уэнлок и Мандевиль, олимпийские талисманы. На их создание было потрачено 600 тысяч долларов. Разразился страшный скандал, и талисманы пришлось переделывать. Имя Мандевиль происходит от названия городка в Англии, где зародились паралимпийские игры. Второй талисман также унаследовал название городка – Уэнлок. В середине 19 века здесь проходили игры, которые барон Пьер де Кубертен принял за образец для своих олимпийских. Впервые наши спортсмены участвовали в играх в 1952 году. На самом высоком уровне утверждалась парадная экипировка для нашей сборной. И выглядела она достаточно скромно, отражая суть советского спортсмена. До 1988 года форму для советских олимпийцев шили на фабрике в Ереване. Например, в 1964 году советские олимпийцы поразили всех, сойдя с трапов самолета в шубах из золотой нерпы. Однако были и более скромные, можно даже сказать, провальные варианты. Сегодня на церемонии открытия мы увидим, какими нарядными будут наши олимпийцы. Сегодня необыкновенный день в жизни всей нашей планеты. Сегодня день открытия Олимпийских игр. И этого события ждало все человечество, но особенно это событие ждали спортсмены. Я всегда говорю, спорт – это мгновение, выиграл, и тебе помнят все, проиграл, и тебе завтра никто не знает. Мне хотелось, чтобы нашим спортсменам повезло на этой Олимпиаде, потому что, ну, знаете, в Пекине было столько много у нас четвертых мест, то есть это то место, которое граничит и с третьим, и со вторым, и с первым. Мне хотелось, чтобы все у меня эти четвертые места превратились в бронзовые медали, в серебряные и золотые. Вот я желаю, чтобы им повезло, и чтобы они не боялись проиграть, и знали, что мы с ними, и мы болеем за них. И это им придавало еще дополнительные силы.